пошло. Я знаю, что этот белый самый маленький. А что, сисю свою найти не может? Ты что? А тут две сиси сисят. А ты не одной. Вот лошара. Смотри, смотри. А тут две, слышь? Только что, раз одну, раз вторую. Смотри, какую. Опа, вторую. Опа, первую. Опа, вторую. А этому белому вообще ничего не досталось. Вот он и маленький. Как объяснить, да, что при покупке, что один больше другой имеет? А вот так вот. Потому что тот две сиси сосал. А что толку? Пошел маме пожаловаться, слышь? Типа, мама, мама, что за не те? Давай я поищу тут у тебя, под шеей. Ну, ты же взрослый мальчик, ты такой дурак. Давай, 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 сразу. Пошел вон отсюда. А те два одинаковых рядом. Ага. Смотри, смотри, так даже оттолкнуть не можешь никого. Без пандуса. Все, все, ребята. Хорошего понемножку. Так он и не пососал сисю. А вот тот кабан на нижней лежал и даже не приставал. Вот почему он такой здоровый. Все? Да так нажрался, что встать не может. Башку он отдавили, ему пофиг. Заснул, наверное, когда хавал. Не, встал. А, то он сиську надо. То он не отпускал изо рта. Потому он и самый большой, бо снизу сисю ловит, которую никто отобрать не может. Ну, а то я кошок был, так кошек у меня остался. Думаю, что не тяжело. Не-не, то уже все порожняки, сейчас мама вас всех поразгоняет. Еще один год. Кормление проходит у нас.